Так, мои телепузики, мои сахарные заводы, мои муси-пуси, мои целочки. Чё, пожрём на камеру? Меня только смотрят толстые, жирные. Кто на диете, меня не смотрит. Худые. Так, вот щи, тарелочку сейчас попробую. Может, еще вторую поем. Компот. Ну вот, кастрюля еще. Компот, холодный с холодильника, соль, маленький кусочек хлебушка, вот он. Еще надо этот доесть. И майонез сейчас я попробую, девки. Ну а как я без майонеза буду жрать, я не знаю. Я не могу. Хоть любое первое, надо майонез. Сметаны не очень. Ну что, погнали. Мне не жирно, ребят, вам не знаю. Хватит жить как попало. Будем как придется. Что-то мало майонеза, что ли? А что он какой-то некрасный? Ну, еда это чудо у меня. А что это он такой не белый у меня? Майонез-то я не понял. Не, девки, кислые. Нет, не надо. О! А что, мало майонеза, что ли? Мне надо макароны сварить. Сосисками. Девки, кислые. Вообще кислый такой. Я думала, ну, когда варила, не кислый. Думаю, ну что это? Я просто у бабки, когда была, она варила. Давно это было, маленькие были. Он был кисленький. Ну, конечно, остынет еще лучше. Холодным есть. Холодным есть хорошо его. Дети во дворе гуляют. Раньше мы были маленькие, ребят. Какой вкусный. Мы в лагеря ездили везде. На экскурсии нас на Икарусе красном возили. В школе мы были. Раньше детство было у нас хорошее. В деревню нас отправляли. Я полотняном всегда была. Ну, маленький здесь была я. Юрку туда в Дечину, меня сюда. А когда школьники были, там один месяц в лагерь нас отправят. Ну, конечно, не в Артек. Детка, мне кажется, надо посолить даже. Бомба. Девки. Гляньте. Хорошо, что я два яйца кинула, а то одно. Ну, такое. Мне кажется, можно и третье было кинуть, да? Да? Девки, такой щемой. Раньше детство у нас было, да, при Союзе, да. В Москву нас возили на Икарусе всегда. А сейчас
И гуляли, и прыгали, и крещение знали, что такое. Я пойду еще половник налью. Ой, если кислый, прям хорошо. Ну, Юрка, брат мой, на ихнюю породу похож. Ну, на отца похож, а я на полотняновскую породу похожа. А Юрка на отцовскую, он копия отец. А Серега, брат, на меня похож. Хоть говорят, что... Нет, Юрка вот отцовская порода, а Серега вот прямо на меня похож. И родинки у нас одинаковые. Он вообще похож на меня. Они у меня шпионили со своей сожительницей, шпионили меня в одноклассниках. Ну да, недавно, и со сожительницей Полинка звать, что ли, пришла меня, еще забанила, ах ты, и я взяла и ее забанила. Они бы и рады пойти мне полазить, ну... Угу. Они лазили в меня, шпионили. У меня лазит, еще меня забанила она. Ну, я тоже так в ответку сделала. Вот, видите, посолила другой вкус. Это брата моего родного, сожительница, не жена, а сожительница. У него жена была, она там есть, Катерина ее звать. Она Салтыкова, Щедрина живет. И у нее дочка, наверное, 18 лет. Угу. Ксюшке 16, а ей, наверное, 18, да. Его дочке. Даже не видит ее. Ну так, папаша. Угу. Девке надо было посолить. Я посолила, вкус другой вкус. Экономный провансаль. Ой, так вкусно, девки. Конечно, он холодный, будет вообще вкусно. Девки, такая вкуснятина. Угу. 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 Бесподобно. Вот так беру и отламливаю. Наелась. Ну, не знаю, как я его доем. Мне интересно. Телепузики, спасибо вам за лайки, за просмотры. Девки, я обожралась. Я не знаю теперь, как я его буду доедать. Это компот. Боже упаси.
Я, наверное, больше его и есть не буду. Телепузики, мои сахарные заводы, мои целочки. Спасибо за подписку, за просмотры. За все. За все. То, что пишете комменты, что приходите ко мне. Я много не буду сочинять, там вам говорить поэмы какие-то. Вы все знаете, что я простая Ольга Валерьевна. Как вы ко мне относитесь, так и я к вам. Ой, господи, боже, пози, я объелась. Свят, свят. Приходите в 7 часов, сегодня музыку покрутим, ладно?